Здравствуйте, меня зовут Василий Слонов, я художник, живу в Сибири, в прекрасном городе Красноярске. В 2007 году, узнав о том, что эстафета зимних Олимпийских игр досталась России, я взвалил на свои хрупкие плечи заботу о оформлении и популяризации зимней Олимпиады в городе Сочи в 2014 году. Но уже тогда было понятно, что от официального пафоса, предваряющего эти игры, наши бескрайние народные массы может стошнить. И вот чтобы этой волной не затопило правительственные кабинеты, я запустил проект Welcome to Sochi 2014. Это такой детокс-проект, такой самобытный абсорбент, который призван спасти от приторного, сладкого олимпийского пиара. В последнее время приходит очень много писем от людей с просьбой выслать какие-то печатные материалы. Благодаря Планете.ру у нас появилась уникальная возможность. У нас появилась возможность подготовить и издать настенный красочный календарь. И я уверен в том, что этот прекрасный календарь украсит любой дом, любой офис. Может быть, я упустил что-то важное, но я считаю самым главным то, что все в наших руках. И я заранее хочу сказать большое спасибо тем из вас, кто поддержит этот проект. Дерзайте!